Добрый вечер. Шалом алейхем, дорогие друзья. Очень рад быть с вами еще раз в нашей еженедельной встрече по четвергам в 21:00 по киевской и израильской время. И мы смотрим на календарь и мы видим, как очень быстро приближается к нам святой день Рош ха-Шана. И мы попробуем сегодня немножко поговорить об этого дня и о одной из самых известных и распространенных обычаев среди евреев, вещи, которые мы делаем именно на этот день Рош ха-Шана. Рош ха-Шана начинается Новый год. Это прекрасные возможности для новых начал. Это судный день, день, который в нем Всевышний судит всех нас и решает и определяет наша судьба на весь будущий год. И мы стараемся делать разные вещи, чтобы действительно выиграть этот небесный суд и быть записаны и подписаны в книгу жизни на хорошего и на сладкого года. И параллельно к тому, что мы молимся много в эти дни, конечно, мы трубим в шофар в этом году на второй день Рош ха-Шана, поскольку первый день Рош ха-Шана совпал на шаббат. У нас есть и очень особое поведение и в первую ночь Рош ха-Шана. Когда мы сидим за стол, вся семья, за праздничный стол Рош ха-Шана, мы делаем кидуш и трапеза. Тот мы знаем, это не как обычно. В нашем стол разных видов едой, которые мы кушаем, и при этом произносим особые молитвы, знак на хорошего и сладкого года. Это называется симаним. В такой день, как Рош ха-Шана, день, когда в нем решается наша судьба на весь год, мы хотим, чтобы были знаки, знаки на хорошего года, что это будет знак на сладкий год, это будет знак на наши заслуги. И так мы делаем, все помнят эти обычаи, о них скоро поговорим подробнее. Яблоки с медом, халемакайни в мед, гранат, голова рыба и другие вещи, каждая община, то, что принято и какая традиция существует в каждой общине, в каждой семье. Но нет ни одной общины, нет ни одна семья, которая у них нет на столе особых видов еда, что мы кушаем именно по особый порядок в первую ночь Рош ха-Шана в качестве знак на хорошие вещи, которые мы ждем, чтобы с нами произошли в этот год, в этот день, судный день, глава года. Эти вещи имеют очень древний источник. Еще в Талмуд, том Критут, мы читаем слова известные, авторитетные, мудрец Талмуд Абайей. И там мы читаем следующие слова. Омар Абайей, сказал Абайей. Теперь, когда мы говорим Симоном Милсеху, сейчас, когда мы знаем о том, что знак – это вещь, которая имеет смысл, которая имеет особое глубокое значение. Говорит Абайя, надо кушать и в начале трапеза, в первой трапезе года. Он там считает некоторых видов фруктов, которые надо есть на первой трапезе Рош ха-Шана, в ночь Рош ха-Шана. Что эти вещи станут знаком на хорошие вещи в этом судный день, в этот день, который в нем все решается на следующий, на будущий год. Более подробно мы находим больше, чем тысячи лет назад, один из самых известных гаон, которые жили в Бавилон, звали его Равай Гаон. И там мы читаем, что он произнес особые молитвы, которая сопровождала эти фрукты, которые он ел в первую ночь Рош ха-Шана, и на каждой из этих фруктов, которые он ел,
он произнес особая молитва, которая символизирует особая просьба, которая связана именно с этот определенный фрукт. И так там письмо один из его ученики, который считает всех видов фрукта, которые Рав Хай Гаон больше чем 1000 лет назад в Вавилон провел, так он провел свою первую трапезу Рош ха-Шана. И, как мы все знаем, исходя из этой слова Талмуда, с поведения Вавилонские Гаоны и то, что написано в Шулхан Арух, когда мы с вами, с Божьей помощью, в следующей пятнице вечером, 18 сентября, когда наступает Рош ха-Шана в добрый и счастливый час, и мы все сядем с нашей семьей за праздничный стол в первую ночь Рош ха-Шана, еще до того, что мы будем есть обычные, традиционные, праздничные, вкусные трапезы, сразу после нетилат ядаим мы начинаем наш особый порядок. Вот, например, давайте немножко поговорим о самой распространенной знаке, которая есть, которая принято ставить на стол в первой трапезе Рош ха-Шана. Писано в Шулхан Арух, закон, что надо есть в Рош ха-Шана один вид вещь, который называется рубия, и там мы произносим рубия со слова много, чтобы преувеличивались наши заслуги. Другой вещь написана карти, другой вид овощи, что он назначает, чтобы наши враги не стали. И также другие видов, и на каждый вещь он имеет свой знак, свою особую молитву. И Рамо, Раби Моше Исерлиш, который он является главный посек, главный закон писатель для евреев, который их происхождение это Ашкеназ, ашкеназский еврей, он добавляет кетив сиабичи, и он говорит, тоже принято есть сладкое яблоко, макают ее в мед, и при этом произносим да будет угодно тебя, чтобы ты обновил о нас сладкий год. И также он добавит, есть, тоже обича есть гранаты, и мы говорим, чтобы преувеличивали наши заслуги перед тобой, Всевышнему, как зернышки, которые есть в гранат. В обычной многой общине, в том числе и в хабадской общине принято, что еще до того, что мы начинаем есть фрукты, мы делаем всегда кидуш, у нас есть две халы, за все дни года мы макаем халы в соль, и у нас в хабад принято, начиная от первой трапезы Рош ха-Шана и до трапезы, дневная трапеза Хошаана Раба, последний день Суккот, канун Шмини Ацерет, халы мы макаем не в соль, как обычно, но да, в мед. Тоже знаком на сладкий год. Наша обича кушать есть гранат, поскольку написано в старой книге, что в гранат есть 613 зернышки, которые символизируют 613 заповедей. И Талмуд в том Хагига говорит интересную вещь, что даже евреи, которые мы о них смотрим, и вроде бы нам кажется, что у них пустота, одна пустота, ничего у них нет. А они тоже переполнены заслуги, как зерни, которые есть в гранат. Мы кушаем этого, чтобы напомнить перед Всевышнего о том, что на самом деле слова Талмуд говорит о том, что мы все без исключения переполнены заповедями. Вот опять мы кушаем этот гранат, знак, чтобы ускорить нашу победу в этом, чтобы мы выиграли суд и в судный день. Мы будем доказать через гранат, мы доказываем о том, что у нас есть много заслуг. Также написано в Шулхан Арух, мы кушаем рыба, чтобы мы приумножались, как приумножается рыба. И мы кушаем голова рыба, написано голова баран, но это не очень реальная и не очень распространенная вещь. Большинство кушает голова рыба знаком, что будем мы головой и не хвостом.
И также есть разные вещи, как я уже упоминал. Каждый община, каждая семья имеет своя традиция. Кушаем разные вещи, знак хороший год, сладкий год, знак на хорошие вещи, рыба, голова рыба, чтобы били не головой, не хвостом, и гранаты, и так далее, и так далее, и так далее. Так же, как что есть вещи, которые принято есть, есть также вещи, которые запрещаются нам есть. Например, Раби Моше Исраэль Шрамо, он пишет в Шулхан Арух, что не кушай ми орехи в Рош ха-Шана. Почему? Эгоз на иврите ореха, он такой же гематрия, как хет, как грех. И мы не хотим упоминать и кушать ничего, никакой вещь, которая может упоминать грех. Поэтому мы этого не кушаем в Рош ха-Шана. Также мы не кушаем горкие вещи, острые вещи, и салонные вещи, и другие. Все эти вещи мы не кушаем. Почему? Никто не хочет горкая год или салонный год, острый год. Мы хотим, чтобы все будет сладкое. И поэтому, как что мы стараемся есть сладкие вещи, также мы не кушаем те вещи, которые их знак, он не очень хороший для нас. Но до того, что в Шулхан Арух есть закон. Мы же должны кушать рыба, и это является знак на хорошие вещи, что мы приумножались как рыба. Написано в Шулхан Арух, что когда мы варим рыба на трапезе, нельзя использовать уксус во время изготовления этих рыб, поскольку уксус он не сладкий. Вот настолько далеко мы ходим и с эти все вещи, и Шулхан Арух выделяет особое внимание, что рыба мы не будем варить с уксусом, и все остальные упоминатые вещи, которые принято есть в ночь Рош ха-Шана, знаком на хорошие вещи, которые мы хотим, чтобы произошли с нами в этот святой судный день Рош ха-Шана. Но я хочу вам задать вопрос. Какой действительно внутренний смысл в эти все вещи, которые мы кушаем? Мы, евреи, мы не мистиканы. Мы не верим в разные мистических каких-то заслуг. Разве яблоко будет решать судьба нашего будущего года? Или мед? Или гранат? Это будет решать наша судьба? А представьте себя, какой-то год, не дай Бог, будет дефицит яблока в магазинах, и будут семьи, которые останутся без яблока, ой, у них будет депрессия. Они скажут, мы не ели яблоки в этом году, не были на базарах и магазинах, не были яблоки. А что, у нас не будет сладкий год? Да, так вы думаете? Конечно, нет. А если так, какой тогда внутренний смысл в эти вещи, которые мы так внимательно исполняем? Я уверен, что если Всевышний хочет нам давать хорошего и сладкого года, ему не нужны наши яблоки. А если, не дай Бог, нет, наши яблоки не поможет. Раз мы уже говорим о яблоке, я думаю, что яблоко – это самый известный, самый распространенный знак среди всех остальных знаков. Просто это знак, вокруг него существует консенсус. Все кушают яблоки, все макают яблоки в мед. Я предлагаю, мы поговорим немножко о яблоке. Почему именно яблоки? Какое у него есть заслуга, в чем заслужил яблоко, что именно он является и занимает такое почетное место в нашем новогодний стол яблоко в меде. Пишет известный, один из известных раввинов Ирак. Звали его Раби Йосеф Хаим, он написал галахический книга «Бен Ишхай». Он также написал галахическая книга, каббалистическая книга. Но в книге «Бен Ишхай» пишет Раби Йосеф Хаим, он мы всегда упоминаем, когда упоминаем мудрецы, мы о них немножко рассказываем. Он из Ирак эмигрировал в Иерушалайм, и он умер в Иерушалайм 111 лет тому назад, он похоронен в Масляной горе в Иерушалайм. Его книга очень известная книга, очень основная книга, «Бен Ишхай», и он пишет следующие вещи. Он говорит, почему мы кушаем яблоко? Во-первых, поскольку яблоко имеет три разных качества, он имеет вкус, он имеет вид красивый, и он имеет приятный запах.
честно, я еще не видел, какой особый запах. Я знаю, что в этрог есть приятный запах, но наверняка и в яблоке есть тоже приятный запах, если так пишет Бен Иш Хай. Поскольку в яблоке есть и вкус, и вид, и запах, это символизирует три качества, три основные вещи, которые мы просим у Всевышнего в этот судный день. Что мы просим в этот судный день и вообще каждый день, что мы просим? Мы просим, чтобы были у нас здоровые дети. Мы просим жизни и здоровья. Мы просим парнуса, что у нас был хороший достаток, что мы многое хорошо зарабатывали. То есть это три основные вещи, которые мы всегда просим у Всевышнего. А яблоки, которые у него есть три, эти три свойства, символизируют три наши основные вещи, которые мы просим. Еще один более глубокий вещь, он приводит из Святой книги Зоар. Приводит, пишет Святой книги Зоар так, что яблоко это фрукт, который имеет такое качество, такая особенность. Когда человек напился много вина, и он на грани быть пьяный и вести себя как пьяный человек. Если он кушает яблоко, яблоко останавливает влияние вина. То есть, когда человек выпил очень много вина, вина начинает повлиять, а человек теряет над себя контроль. А когда он кушает яблоко, яблоко останавливает этот процесс, яблоко останавливает это движение. Опять я хочу сказать, что я этого никогда не попробовал, и я не знаю, но, конечно, книга Зоар пишет о том, что такие основные качества есть в яблоке. Теперь, если мы будем переводить эти слова не просто на уровень вино и яблоко, будем это переводить на внутренний смысл. Вино – это могущество, это тяжелая вещь. И поэтому, когда человек выпивает вино в непропорциональных количествах, это может довести его до поведения, которое она нехорошая в результате этого могущества. Теперь яблоко имеет силу отменить нехорошие вещи. То есть вино может довести человека на нехорошее поведение, а яблоко может отменить это нехорошее поведение. И это символизирует судный день. В этот судный день против еврейского народа стоит сатан, он прокурор. Он представляет суд, он представляет могущество, а яблоко представляет хесед, представляет доброта, который имеет в себе особую силу отменить могущество. Как же яблоко могут отменить влияние вина, яблоко может стать знаком на отменить нехорошие вещи, которые могут происходить в небесный суд, и поэтому это является яблоко знак. Не просто так сладкое яблоко, но яблоко, она символизирует особые силы, особые качества, которые могут отменить могущество. И вот поэтому говорит книга, святой книга Зоар, Рабби Шимон бар Йохай, что мы кушаем сладкое яблоко. Почему мы макаем в мед? Послушайте интересную вещь. Альтер Ребе, Рабби Шниор Залман из Лади, который на этой неделе, в понедельник, 18 июля, мы праздновали его день рождения, в своем книге Тора Ор он пишет следующее. И он говорит, что основное качество мед, что нет просто, что он сам сладкий, но он может перевернуть вещь, которую он сейчас горький, если он будет определенное время, долгое время находиться, мы будем его положить внутри мед, мы будем его макать в мед на долгое время, изменится его вкус. От горький он станет сладкий. Я требую объяснять почему. Поскольку в мед есть тоже могущество. Но это могущество, которое находится в какое качество? В хесед и в доброте. И поэтому, когда очень много мед, он может перевернуть горький на сладкий. Это особое качество, которое есть в мед. И вот у нас есть, теперь мы понимаем, яблоко символизирует, тоже Зоар говорит, яблоко, это имеет в себе такое качество, что он может отменить влияние вина, он может отменить нехорошие вещи, что и вернуть все на месте. А то же самое мед имеет похожее качество. Поэтому, когда мы макаем яблоко в мед, это действительно самый идеальный вещь, которую мы можем делать. Это победительный состав. Яблоко и мед, яблоко, которое символизирует все три основные вещи, это дети, здоровье и парносы.
яблоки, которые символизируют победа над вино, победа над нехорошими вещами. И мед, который тоже, даже горькие вещи, он может перевернуть на сладкий. И в этом судный день это самая идеальная вещь. То, что мы просим, и если, не дай Бог, есть могущество, если, не дай Бог, есть прокурор, мед носит в себя такую силу, которая может самый горький вещь перевернуть на сладкий. И поэтому можно сказать, что яблоко занимает важное место. В многих общинах, в хабадской общине, например, первая вещь, которую мы кушаем в начале трапезы, сразу после хала, которую мы макаем в мед, мы кушаем яблоко, макаем его мед, интересная вещь. Я думаю, это единственная вещь, в течение всего года, что после того, что вы произнесли благословение, плод, а боре при хаэц, мы еще не кушаем сразу это яблоко, мы макаем его в мед, мы произносим еще одна молитва, да будет угодно тебя, чтобы ты дал нам хорошего и сладкого года, а только потом мы кушаем это яблоко. Почему мы позволяем себе этого делать? Поскольку это имеет очень важный, это очень важная, значительная вещь в этот вечер. Но я хочу повернуться к нашему вопросу. Несмотря ни за что, несмотря за то, что действительно мы учили внутренние вещи, которые есть символ яблока и меда. Если, не дай Бог, есть переговор. Действительно, если мы будем есть яблоко, макая и его мед, мы отменим переговор. Этот переговор появился в результат нашей поступки. Прошел год, у нас был свободный выбор, мы могли привести этот год в одно направление, на одном уровень, а мы почему-то решили по-другому вести себя. Мы почему-то решили набрать много ошибок в течение всего года. И сейчас судный день, за что надо платить. И поэтому, не дай Бог, против нас стоит прокурор, и он имеет свою там требования против, не дай Бог, нас, каждого от нас. А какое наше оружие против него, как мы хотим отменить все? Кушать яблоко, макать его в мед, сказать это символизирует переворот, нехорошие вещи. Как? Надо даже понимать. Вот, главное же здесь не только, что мы будем кушать сейчас яблоко в мед. Мы должны измениться. А как яблоко в мед решает эту проблему? Позвольте мне на короткое время отойти от нашей главной темы Роша Шана. У меня другой вопрос. Наверняка вы встретили такие люди, которые любят ставить, которые делают себе разные такие знаки. Он не знает, как поступать. Он идет сегодня на важные встречи. И он переживает, и она переживает. Они не знают, как будет пройти встреча. Удачно будет, неудачно будет. Стоит мне подписать там свой контракт или нет? Меня предлагает работу. Стоит мне принять это предложение? Или, может быть, завтра будет что-то лучше? Да, мы все окружены сомнения на каждый шаг. Есть люди, которые выбирают иногда такой очень примитивный подход. Они делают себя какие-то знаки. Они говорят, знаете, те, которые верят в черный кошка. Если возле входа офиса он увидел черный кошка, это для него уже знак нехороший. Лучше сегодня не делать никакие встречи. Я напишу о том, что я не могу быть сегодня. Прошу, откладывайте интервью на завтра. Почему? Они увидели сегодня черный кошка, это нехороший знак. Или он делает себе знак. Я посмотрю поведение человека, который против меня сидит. Если поведение будет такая, это знак, что все идет положительно. Если поведение будет такая, это нехороший знак. Как вы считаете, так можно или нельзя? Пишет Рамбам в свою книгу «Законы». И написано в Шулхан Арух Йоредеа очень строго, что это строгий запрет. Нельзя делать себе такие дурные знаки и через них пытаться угадать, как меня поступать, так или не так. Это очень нехорошее поведение. Шулхан Арух запрещает этого делать. Шулхан Арух дает некоторые
примеры на поведение людей, которые ведет себя вот так, и он эти все вещи, которые похожи на самом деле на наши примитивные примеры, которые я представил вам, и Шулхан Арух это строго запрещает. С другой стороны, мы все помним историю Тора, когда Элиезер, помощник Авраам, был отправлен в искать невесту для сына Авраам Ицхак, у него не была фотография Ривка, он не знал, как она выглядит. И он пришел до колодец, и он себе сделал знак, он сказал Богу, я делаю такой знак, если это и девица, которая сейчас придет, я попрошу у нее напоить меня воды, и она скажет, я буду черпать воды и для тебя, и для твоих верблюд, это знак о том, что этой девица, это ты направил меня для что в качестве шидух для моего раб Ицхак. А если нет, нет, вот как Элиезер делал себе вот такой знак, мы же только что читали, что нельзя делать никаких знаков. И интересно, что Всевышний с ним сотрудничал. Минуту после его слова появляется туда Ривка, и она действительно предлагает черпать воды и напоить не только его, но и его верблюд. И она сразу идет вместе с ним к дому родителей, и она стала жена Ицхака, нашей общей мамы. Если это запрещено, как Тора об этом пишет. Есть и в Талмуд, Том Хулин, тоже история, какие-то знаки, которые мудрецы себе сделали. И Талмуд рассказывает, Раби Йоханан хотел ехать в Израиль, и он встретил одного ребенка, который вышел из Хейдер, и он ему сказал, скажи мне, какой пасук ты учился сегодня. Этот ему рассказал пасук из книги Шмуэль, о том Шмуэль мет, умер Шмуэль. И он как раз хотел ехать, чтобы проведывать, он хотел наоборот из Израиля поехать в Бавилон, чтобы проведывать известный мудрец Шмуэль. И когда он услышал пасук из книги Шмуэль, который рассказывает о смерти пророка Шмуэля, для него это был знак, что не надо ехать туда. Тогда что, можно делать знаки или нельзя делать знаки? А если можно делать, если нельзя делать знаки, как мы делаем знаки в первый год Рош ха-Шана? В Гемора в том Хулин, Рабейну Нисим, известный мудрец, мы называем его Корот Каран, он пишет на самом деле, что смотря какой знак. Есть знак, который не имеет к логике никакой связи. Сказать, что если сегодня будет у моего коллега синяя рубашка, или я увижу черную кошку, это просто глупость. Это вещи, которые не имеют никакого места в логике. Это просто как знак, это будет для меня знак, я так буду угадать, да или нет. Это Тора запрещает очень строго. Шулхан Арух, как мы сказали, этого запрещает. Когда речь идет о другой вид знак, знак, который имеет связь к реальности, имеет связь к логике. Например, что делал Элиезер? Элиезер знал, что Авраам Авину ждет, что невеста Ицхак, у нее будет доброе сердце, что она будет добрая женщина. И поэтому он ее делал тест. Он делал тест, который проверяет именно, есть у нее это качество или нет. И поэтому такой тест можно делать. Это не было, что он хотел типа бросать монета и угадать, так или нет. Нет, он сделал логичный тест. Такие вещи можно делать. Когда Раби Йоханан спрашивает, он слушает пасук из Тора, это знак, это имеет какую-то логику. Возможно, через пасук из Тора Всевышний направит меня сейчас, намек, как мне поступать. Но через какие-то глупые вещи нет. А тогда получается, что делать знаки на Новый год на стол разрешено, поскольку эти знаки, которые мы ставим на нашем Новый год на стол, они имеют логика, мы уже упоминали, и в яблоке есть очень глубокая логика, и в мед также, есть логика в гранат тоже, и в голова рыба, и в рыба, и в халы в мед. Но все эти вещи есть логика, и поэтому можно действительно из галахической точки зрения в этом нет проблема ставить на стол в качестве хорошей знаки в судный день. Но мы должны понять не только то, что галахические проблемы с этого нет. Мы хотим понимать логика, которая в этом есть. Разве
эти знаки станут причиной для Всевышнего судить нас в этот судный день и дать нам хорошего и сладкого года. Разве в это зависит наша судьба? Яблоко является толчок, гранат является толчок, голова рыба является толчок, рыба и хал мед. Эти все вещи являются толчок на изменение нашей судьбы. Мудрецы наши объясняют, что эти знаки являются знак не для Бога. Это знак для каждого от нас. Это знак для каждого от нас. Мы люди простые. Мы гораздо быстрее соединяем себя к особой фрукте, которая находится на нашем столе праздничном. И они могут стать для нас толчок, чем какие-то духовные вещи. Мы можем себе сказать 100 раз, сегодня судный день, сегодня судный день, сегодня судный день, сегодня нас судит, сегодня мы должны изменить себя. Мы в этом верим. Но поскольку это не реальная вещь, мы этого не видим, все время будет у нас какой-то недостаток, не хватает у нас, и что мы будем испытывать это чувство. Но когда на нашем столе уже стоит сейчас яблоко, мы макаем хале не в сол, макаем ее в мед, мы кушаем рыба, голова рыба, и рыба мы варили не в уксус, мы варили только в сладкие вещи. Мы сегодня не потребляем никаких видов алкоголя. Мы сегодня не кушаем ничего острого, ничего горького, ничего солоного. Почему? Мы хотим, чтобы все было сладким. Когда мы видим этого, это является для нас толчок. Раз сегодня мы хотим, чтобы был сладкий год, мы кушаем яблоко в мед, знак на сладкий год, то есть это толкает нас с места. Надо тогда что-то делать. Надо молиться. Невозможно кушать в пятницу вечером. В этом году это пятница вечером. Невозможно в первую ночь Рош ха-Шана открыть стол и кушать яблоко и мед, и гранат, и рыба, голова рыба, и халев мед, а на завтрашний день, в первый день Рош ха-Шана и на второй день Рош ха-Шана, когда идет суд в небес, не бежит в синагогу, чтобы помолиться. Человек, который думает, вот я уже, у меня уже все решил, я же поел яблоко, макал в мед, я же поел гранаты, я же поел голова рыба, у меня уже все решено. Это большая очень ошибка. Этот вещь является толчок, напоминает нас, какой сегодня день. Мы говорим, да будет угодно тебя давать нам хорошего и сладкого года. Надо сегодня молиться. Сегодня надо находиться в синагоге и помолиться, чтобы у нас приумножались наши заслуги, как зерни, которые в гранат. Человек начинает думать, сколько у меня заслуг? Я действительно, у меня заслуг, как зерны в гранат? Если нет, надо задуматься, надо делать чува, надо приближаться к Богу. И надо, он бегит в синагогу, он будет читать тейлим, он будет молиться, он изменит эту ситуацию. Так что эти знаки, они не для Бога, они для нас. Они толкают нас. А когда это толкает нас? Когда мы будем молиться в Рош ха-Шана, когда мы будем слушать звук шофара в Рош ха-Шана, когда мы будем читать тейлим в Рош ха-Шана, да, судьба наша будет хорошая. Мы изменим любая судьба, мы победим любой враг, мы победим любой прокурор. Но это не яблоко победит. Яблоко и мед, они толкают нас к такое дело, которое доведет нас к хорошее дело и действительно выиграть суд в этот судный день. Яблоко, гранат, рыба, голова рыба, мед и хале. Они толкают нас в синагоге. Они вечером мы сидим дома и кушаем. Утром они нам говорят, бежите в синагоге. Вчера ели яблоки. Вот поэтому мы это ставим на стол. Интересно посмотреть слова святой очень цадик Шало ха-Кодеш. Звали его Раби Йешаяу ха-Леви Хуровиц. Он жил в Праге, потом эмигрировал в Израиль, жил в город Сфат, каббалистический город Сфат.
он умер 390 лет тому назад, он похоронен в город Тверья, прямо возле Рамбам. Интересное место в центре города Тверья. И все его зовут Шало, и в честь названия его книга называется «Шней Лухот Абрит». Его называют Шало Хакодеш, Святой Шало. И вот это, такая идея проводится в Шало. Он говорит, какой намек есть, когда мы кушаем эти фрукты, яблоки или гранаты или другие вещи, это только знак для нас, напоминание для нас. Это должно нас будить и толкать, чтобы мы делали чувы, чтобы мы молились на то, что надо молиться в этот день. Когда есть что-то на нашем стол, это вещь, это будильник. Это знак, который отправляет нас в правильный путь. Эти вещи направляют нас в правильный путь, толкают нас в правильный путь. Они указатель, они нам говорят завтра в синагоге. Послезавтра, второй день Рош ха-Шана, в синагоге на шофар. Вот это главный роль, который есть в эти вещи, которые мы кушаем в первые ночи Рош ха-Шана. Еще один более глубокий вещь, пишет Махарал из Праги. Интересно, мы сегодня провели шало, которые жили в Праге, сейчас говорим о Махарал, который известен Махарал из Праг, он умер 21 год раньше Шало, 411 лет тому назад, и похоронен, который видели на старом еврейском кладбище в Праге. Он говорит очень такой глубокий вещь. Мы находим в книге пророков о том, что многие разы были, когда пророки читали пророчество, и не только они не остановились в самой пророчестве. Они сразу хотели, чтобы будет какое-то дело, которое символизирует это пророчество. Я вам дам пример. Известный пророк Ирмияху. В 51 глава Ирмияху, очень длинная глава, длинное пророчество, вся пророчество посвящена судьба, какая судьба, судьба Бавилон. Ирмияу читает пророчество о том, что Бавилон, Всевышний будет им наказать за то, что они делали еврейскому народу. И несмотря, что тогда они были императоры, это была большая империя Бавилон, но Всевышний их распустит. Не будет больше такая империя, которая называется Бавилон. И действительно, мы знаем, что империя произошла в Персии. Бавилон не была уничтожена, но империя она больше не стала. И из этих дней до сегодняшнего дня. Смотрите, что сейчас происходит в Ирак. И что интересно, что в конце его пророчества пророк Ирмияу пишет это пророчество, и он дает этого Сария бен Нерия, по-моему. Да, Сария бен Нерия. Он ему говорит, иди в Бавилон, прочитай это пророчество, а потом связывай эту книгу к камень и бросай в река, чтобы это будет падать, и это будет, и скажи, вот так будет отунуться Бавилон. Так что этот камень падает в глубине воды, так не будет Бавилон. Так империя, которая называется Бавилон, больше не будет. Спрашивает вопрос, зачем? Он же, это же пророк, что этот камень, который упал вместе с бумага в воде, в река, он тот, который опустил Бавилон вниз, или слова святые, слова пророка. Зачем надо было этого делать? Говорит Рамбан, Рабби Мойше бен Нахман, Ахманид, он говорит так, любая духовная решение, она находится в духовной уровне. А теперь надо ее опустить вниз. Как опустить вниз? Через физический, материальное какое-то действие. И поэтому говорит Махарал, что то же самое происходит, когда мы кушаем эти фрукты в первую ночь Рош ха-Шана. На самом деле Бог добрый, Он дает нам сладкий год, Он приумножает наши заслуги, как зерны, которые в гранат, Он хочет, чтобы будем и головой, и не хвостом, Он хочет нам давать все эти хорошие вещи. Но там нужна и наше действие. Чтобы опустить эти вещи от духовный уровень до материальный уровень, надо, нужна какое-то дело наше. И вот это дело, когда мы кушаем эти фрукты, и мы символизируем, что год сладкий, заслуг много, голова и не хвостом, рыба, чтобы мы приумножались и так далее.
через этого опускается это духовное снабжение, которое есть, опускается в этот мир. Это очень глубокая вещь. И так он объясняет, почему мы видим, еще мы упоминали Рав Хай Гаон, больше тысячи лет назад в Бабилон, он ел разные вещи и произнес разные молитвы. Сколько он произнес разные молитвы? Эти молитвы, которые он произнес, параллельно к тому, как мы упоминали, что это толчок для каждого от нас, они помогают, это тот физическое действие, которое необходимо, чтобы опустить духовная сила, духовный свет в этот материальный мир. Но здесь вопрос. Мы можем понять, что когда пророк Ирмияу читает пророчество, а потом он приказывает своего ученика делать какое-то действие, бросать этот камень в река, это имеет влияние, он опускает духовные силы, которые о них было сказано в пророчестве Ирмияу, он их опускает вниз. Но кто мы такие? Разве мы? Мы кушали яблоки, макали йов мед. Ну и что? Разве наше действие что-то решает? Мы ели гранат, и мы говорили, вот этот гранат, он символизирует много зерны, много заслуг. Это что-то помогает. Кто мы такие? Мы люди простые. Мы знаем, мы можем посмотреть в зеркало и понимать, какие, на каком уровне мы стоим. Как можно сказать, что наше действие что-то решает? Есть известные слова Бааль Шем Тов. Бааль Шем Тов тоже день рождения мы праздновали в этот понедельник, Хай Элул, 18 Элул. Бааль Шем Тов говорит интересные слова. Всегда в Тора говорят, Тора учит нас о том, что гордость – это очень нехорошее качество, и нам надо бежать от гордости. Нам надо быть осторожны, не быть горды, кроме в один вещь. Говорит Бааль Шем Тов, иногда отсутствие гордости является причиной на все нехорошие вещи. Отсутствие гордости – это как вопрос, который мы представили сейчас. Кто мы такие, которые мы можем что-то решать? Говорит Бааль Шем Тов, если бы человек знал, настолько высоко он может подняться благодаря его молитве, какие у него могут быть достижения благодаря его молитве, тогда он будет по-другому оценить себя, будет по-другому относиться к своей молитве. Когда человек поймет, что его молитва имеет огромные силы, он не будет думать, кто я такой, что мои молитвы что-то решают. Но он поймет, что его молитва действительно могут решать его судьба, он по-другому будет молиться. И это есть Рош Ашана. Давайте обратим внимание на один интересный вещь в молитве Рош Ашана. Запомните, в молитве Рош Ашана мы произносим, особенно в молитве Мусаф, мы произносим такие слова. «Зе היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון». Вот это день, начало твоя творения, памят на первый день. Кто может мне объяснить, что там написано? Это первый день творения, первого тишрей. Когда первый день творения? 25 Элул. Это сегодня Рош Ашана, первого тишрей. Это шестой день творения. Это не первый день творения. Как тогда мы так объявляем на молитву? Зе היום תחילת מעשיך, вот это день, начало твоя творения. Это не начало его творения. Говорим на молитву Мусаф, на второй день Рош Ашана. После того, что мы трубим в шофар, в процесс молитвы, мы все поем, вся синагога вместе торжественный поет «Хайом харат олам, хайом харат олам». Все помнят эту песню, такая трогательная песня. Что мы там говорим «Хайом харат олам»? Сегодня день рождения мира. И это что мы говорим? Когда день рождения мира? 25 Элул. Почему же тогда мы говорим на молитве в Рош Ашана? Сегодня день рождения мира. Три раза мы поем, айом, арат, олам. Три раза. А сегодня, разве сегодня день рождения мира? Мир же родился шесть дней раньше. Сегодня уже шестой день творения. Написано в Хасидут. Любавельский Ребе это приводит много хасидских маамарим, где он глубоко объясняет внутренний смысл Рош Ашана. Какое творение было на шестой день творения? Человек. Он родился на первый день творения.
нет никакой смысл весь мир без человека. Мир шел, творение началось в первый день 25-го Элула. Но когда Бог творил Адам, это не что сейчас была успешная завершена творения мира. На самом деле сейчас, когда у нас есть уже Адам, сейчас можно сказать, что был, что есть творение мира. Адам – это основа весь мир. Когда вся творение мира, Всевышний творил, цель творения мира – это кто? Это человек. Если бы не человек, не нужен этот мир. И поэтому эти все шесть дней творения, которые были раньше, без человека мы их не считаем. Вся творение была ради кого? Ради человека, который родился в шестой день творения. И поэтому, когда человек ведет себя правильно, он защищает весь мир. Когда человек не ведет себя правильно, он, не дай Бог, может стать причиной на наказание на весь мир. Еще больше известная очень Мишна в том Санхедрин. Она говорит, четвертая глава, пятая Мишна в том Санхедрин говорит, обязан каждый человек сказать, ради меня творил Бог. Вот мы говорили о том, что не надо быть скромным. Это самая нескромная фраза, который можно только произносить. Ради меня Бог творил мир. Представьте себе, ничего нет, только ради меня. Как можно этого объяснить? Можно этого объяснить, поскольку цель творения мира – это каждого от нас. И все, что происходит вокруг нас, делается ради нас. Это все инструменты, которые предоставляются нас, как служить Бога, как изменить этот мир к лучшему. Вот это говорит нам Мишна. Рош ха-Шана, день творения человека, день творения мира – это наш праздник. Это день, который символизирует того, что весь мир появился только ради нас. И этот день дает нам понять огромные силы, которые у нас есть. Этот день напоминает нас о том, что Бог поверил нам. Он ради нас творил этот мир. Он верит в том, что каждый от нас может изменить себя, и каждый от нас может изменить мир к лучшему. И вот поэтому этот день, и в этот день Рош ха-Шана, каждый понимает, какие у него силы есть, и в этот день он не скромный, когда он считает, какие богатые силы Бог ему давали, он понимает, что в этот день он может делать огромные изменения в себя в мире. Теперь мы понимаем, что происходит в этот день, когда мы кушаем эти знаки, которые у нас на столе. Действительно, когда мы кушаем эти знаки, и мы сопровождаем этого, и сильное хорошее решение о том, что мы изменяем себя к лучшему, мы будем другие люди, и начинается Новый год, и мы все, которое было не очень хорошо, оставили позади, мы делали чувы, и у нас крепкое, твердое, сильное решение изменить себя к лучшему во всех направлениях. Тогда, когда мы этого кушаем, мы маленькие люди, мы имеем этот сил опускать это снабжение, этот божественный свет, это сладость, это доброта, мы их опускаем в этот материальный вот это действительно очень сильная идея и очень сильный толчок для каждого от нас. Рош ха-Шана – это день, когда мы трубим в шофар. Это действительно день, когда шофар будит каждого от нас. Что имеется в виду будит? Если мы спали, мы не думали о том, что пора сейчас изменить себя к лучшему, пора сейчас взять на себя хорошее решение, шофар толкает нас и будит нас и толкает нас. Но нельзя оставить эти слова только на уровень «я принял хорошее решение». Решение должно быть конкретное. Решение должно быть реальное, которое сразу опускает ее к делу. Я часто повторяю слова Лубавичской Ребе, которые есть в книге «Торат Менахем» и в беседе из 50-х годов «Хол ха-Моэд Суккот». Там есть такая фраза, Ребе упоминает, что раньше, много лет назад, сказали, что Италия называется на идиш «Абатлониша Медина». Что такое «Абатлониша Медина»?
неудачное государство, неудачная страна. Почему? И в те годы только появились паровозы, которые могли тащить большие количества вагонов и возить пассажиров, и возить груз. И сказали, что один раз в Италии запустили паровоз, и он готов уже к поездке, и он отправляется в поездку, но потом увидели, что забыли соединить вагоны к паровоз, и он уехал и остался. Ребе тогда сказал о том, что это пример для Роша Шана. Роша Шана – это очень мощный паровоз. Дается нам возможность внести огромные изменения в нашей жизни. Но иногда эти вопросы, эти решения остаются на духовный уровень. И тогда паровоз отпускается в путь, но все вагоны остались позади. Мы должны соединить вагоны к паровоз. Мы должны соединить вагоны к локомотиву. Двигаться. Двигаться с места. И эти вещи, которые мы ставим на наш стол, они действительно будут знак на сладкий год, они действительно будут знак на все хорошие вещи, которые мы желаем себе. Этот шаббат, это шаббат Мевархим, это шаббат Слихот, на исход этот шаббат, полночь, в час ночи, это здесь и в Киеве, между шаббат и воскресенье, мы произносим первый Слихот в этом году, особая молитва, молитва, которая начинает приближает нам еще ближе к Всевышнему. И наша подготовка к святой день, к судный день поднимается на еще один этап. Я очень хочу надеяться, что сегодняшний урок помог нам всем принять на себя хорошие решения и понимать то, что мы делаем в такой святой день, понимать, что это недостаточно, понимать, что эти вещи, которые мы кушаем ночью, они толкают нас днем в синагоге. И заслуга этого всего, дай Бог, что у нас у всех действительно будет ктива вехатима това, хорошие записи, печати в книге жизни на хорошего и на сладкого года, чтобы Всевышний помог, чтобы все были здоровы, чтобы уже мы могли уже вернуться к служить Всевышнему, как мы хотим. Что мы хотим? И немного не хотим, всего ли хотим его служить хорошо. Мы хотим, что у нас будет возможность в Рош ха-Шана собраться в синагогах и трубить в шофар, чтобы все были здоровы. Это то, что мы хотим. И это наша молитва. Я желаю, чтобы мы будем делать все, что мы должны делать. И безусловно, он будет делать то, что он должен делать. И у нас у всех будет действительно ктива вехатима това, хорошего и сладкого года. И поскольку уже сегодня четверг, как всегда, желаю вам всем гуд шаббес. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы были с нами.